Привет, друзья! Проголодались? Тогда выбирайте все, что захотите. Все, что захотим? Вот это да! Круто! Джесс, а давай закажем еду? С радостью! Ой, как же так? У нас совсем нет денег. Вот блин! А это значит никакой еды! Не плачь, Джесс! У меня появилась идея, смотри. У меня есть ножницы и кепка. А значит, я могу сделать козырек. Несколько усилий, и мы сможем открыть собственный Макдональдс. Круто, да? Это тебе! Спасибо большое, сейчас примерю. О, да, по-моему, идеально. А это что? Плакаты для оформления ресторана. Супер! Тогда за работу! Предлагаем вашему вниманию аппетитные наггетсы. И обалденные бургеры. А еще салат «Цезарь». Холодильник с колой я поставлю вот сюда. А здесь будет фанта. Смотри, что у меня есть. Класс! Давай развесим листочки и сделаем потрясную вывеску, чтобы радовать клиентов. Осталось совсем немного. Вот так, ресторан готов к открытию. D5. Ну что, заработаем деньги? Погнали, братишка! Ля-ля-ля! Ой, здравствуйте! Вы наш первый клиент, выбирайте, что будете заказывать. Посмотрим. Приготовьте мне, пожалуйста, бургер, но добавьте побольше котлет. Прекрасный выбор, сэр, ожидайте. О, я понял. Одну минуту, сейчас все сделаю. Хорошо, что у меня есть много замороженных котлет. Осталось только разогреть их, и сковорода с этим отлично справится. Налью масло, да побольше. Упаковку долой и выкладываем котлетки на сковороду. Ой, на ней только две штуки помещаются. Ну ладно, тогда возьму тостер. Положу сюда еще две котлеты и будет уже 4. А еще одну котлетку я поджарю на вот этом горячем утюге. А что же делать с остальными? О, я же совсем забыл про электрогриль. Супер! Теперь все котлеты попадут в бургер. А еще мини-печь свободна, и туда поместится пару котлеток. И вафельница тоже есть. Теперь точно все занято, но осталась еще одна котлета. Квентин, можешь взять мои щипцы для волос. Спасибо, Джесс, ты очень щедрая. Теперь котлета будет пожарена. Ой, а откуда этот дым? О, нет, все горит. Только не это. Это же катастрофа. Что там происходит? О чем вы, сэр? Где мой заказ? Все в порядке, он скоро будет. А хотите шарик? О, это мне! Как мило! Благодарю! Все пропало! Нам конец! Котлеты в сковороде сгорели! И на утюге тоже! А может, в вафельнице не все так плохо? Вот блин! Ай, какие же они горячие! Ой-ой-ой! Чуть не обжегся! О боже, электрогриль! Я же тоже забыл выключить! Эти котлеты уже не спасти. Как же жалко. Но с другой стороны, я же не могу оставить клиента голодным. Нужно продолжить готовить бургер. Итак, возьму булочки, налью кетчуп и горчицу, положу листик салата, а сверху котлеты. Еще сыр и верхняя булочка. Готово. Вот ваш заказ. Спасибо за ожидание. А почему от бургера идет дым? Не помню, чтобы я такое заказывал. Ну, все котлеты вроде бы на месте. Ладно, попробуем. Ох, все-таки котлет я взял многовато. Вот так гораздо лучше. А это вкусно. Мне нравится. Просто пальчики оближешь. Еще и обслуживание такое приятное. Я доволен. О, наша первая зарплата. Сколько с меня? Ой, а что с моим животом? Что с вами? Мамочки, меня сейчас тошнит. Подождите, а как же деньги? Ну и кто подает горелую еду? Где же новые клиенты? Ой, а что за шум? Ты тоже это слышишь? Да, но я не понимаю, откуда он. Ах, это невыносимо.
А, кажется, я догадалась. Клиент зовет нас в МакАвто. Эй, ну долго мне еще ждать? Здравствуйте, чего желаете? Мороженое Макфлури, пожалуйста. Конечно, Квентин, у нас новый заказ. Будет сделано. Я всегда храню в морозилке ведро моего любимого мороженого Баскин-Робинс. Что же дальше? О, пачка ММДэмс. Точно. Положу конфеты прямо сюда. Клиент оценит. Уверена, Торо, он тоже будет в восторге. Но сначала надо измельчить печеньки с помощью моего молота. Чего не сделаешь ради клиентов? Ох, моя рука! Так, ну что, печеньки можно класть. Получилось шикарно. Сам бы все съел, но я на работе. О, я же забыл перемешать мороженое миксером. Как быстро крутится венчик, вот это да! Ой, а что это с ним? Только не говорите, что он сломался. И что теперь делать? Ну что, мой милый хомячок, ты мне поможешь? Да? Тогда за дело. Хомячок любит бегать, а я люблю готовить. Теперь мы работаем вместе. Поднажми-ка еще, малыш. Вот это скорость. Ты молодец. Теперь я могу перемешать Макфлури и заработать деньги ему на вкусняшку. Осталось только полить мороженое шоколадным сиропом. О, да! Выглядит потрясающе! Так и хочется попробовать! Ой, я забыл сделать фирменный стаканчик! Ну ничего! С помощью кисточки и краски закрашу этикетку Баскин-Робинс и наклею наш значок! Так-то лучше! Зацени, Джесс! Ого! Чудесное мороженое! Вот ваш заказ! Благодарю, возьмите деньги. Нарисованный доллар? Мы такое не принимаем. Другого у меня нет, мне же 3 года. Эх, вы не понимаете, с кем имеете дело. Ну вот, мы заработали игрушечный доллар. Как это? Отстой. Добро пожаловать в Макдональдс. Здравствуйте. Что будете заказывать? Дайте-ка подумать. Картошку фри или бургер? Точно, возьму и то, и другое. Принято. У нас новый заказ. Вас понял. Сейчас шеф Квентин покажет класс. Для начала возьму котлету, а пока она жарится, почищу картошку с помощью вот этого гаджета. Теперь ее нужно нарезать. Смотрите, как быстро я умею это делать. Но, кажется, форма не очень похожа на картошку фри. О, вентилятор! Это то, что мне нужно. Он справится куда лучше меня. Берем картошку и подбрасываем. Класс! Ой, нужна же кастрюля. Ловлю, ловлю. Отлично! Этого хватит для изумительной картошки фри. Осталось полить ее маслом и поставить жариться. А чем это пахнет? Ох, точно, котлета! Я не допущу, чтобы она снова сгорела. Да уж, а то нам опять не заплатят. Попробую, пока никто не видит. Супер! Теперь нужно положить ее в коробочку. Возьму вот эту из-под лего. Как вам? По-моему, очень похоже. Только нужно заменить этикетку. Вот так. Теперь идеально. Ну что, настал черед бургера. Все ингредиенты уже готовы. Котлета, сыр, огурцы и кетчуп. Еще помидорки, салат и булочка. Какой аппетитный! Ой, чуть не забыл про напиток. Итак, берем колу и достаем фирменный стакан. Наполняем его доверху и не забываем положить трубочку. Все готово, вот ваш заказ. Приятного аппетита! Большое спасибо. А это что, кока-кола? Нет, малышу такое нельзя. Я хочу поменять напиток. Прошу молочный коктейль. Конечно, без проблем. Сейчас сделаю. Первым делом возьму молоко. Ой, похоже, оно закончилось. Придумал. Постойте, постойте, мисс Корова. Поделитесь, пожалуйста, молочком. Мне немного, для коктейля надо. Ох, какое же оно тяжелое. Хорошо, что корова оказалась такой доброй.
Налью молоко в стакан, а чтобы сделать коктейль клубничным, добавлю сироп. Он вкусный и сладкий. Осталось только хорошенько его взболтать. Красота! Клубничный коктейль для малыша. Вот, пожалуйста, возьмите. Благодарю. Пей, мой хороший. О, смотрите, ему очень нравится. Вот и все, стакан больше не нужен. Ты это видела? Посмотрим, что вы положили в Happy Meal. О, Пикачу. Малыш, смотри, что нам подарили. Пикачу! Ох, какой ты у меня болтушка! Спасибо, мы всем довольны! Какой милашка! Мы молодцы! Ой, мы забыли про деньги! Да что ж такое! Ой, привет, песик! Прости, дружочек, но собакам вход воспрещен! Нельзя! Какой лапочка! Ладно, так и быть, выбирай. Хочешь наггетсы? Я поняла. Квентин, у нас заказ. Без проблем. Ой, пусто. Что же делать? О, знаю. У меня еще остались друзья в деревне. Курочка, поделись со мной наггетсами. Ну ты куда? Ну постой, мне немного. Что-то она не хочет. Наггетсов нет. Так, Квентин, давай вставай за кассу, а я что-нибудь придумаю. Мне понадобится блендер и собачий корм. Идеально для моего клиента. Насыплю его в блендер и перемешаю. Ага, получился порошочек, который я залью молоком. И из такого теста можно и наггетсы слепить. Шикарно! Слеплю кусочки наггетсов и выложу на противень. Ну все, теперь можно запекать в духовке. Готово! Достаем. Выкладываем в фирменную мисочку. И подаем нашему клиенту. Приятного аппетита! Ого, пахнет восхитительно! Не стоит. А, ну ладно. Вот ваш заказ. Смотри, как ему нравится. Вкусно, лапочка, да? Но денег мы так и не заработали. Смотри! Ничего себе! Это что, для нас? Вот это да! Большое спасибо, пес! Пока, приходи еще! Ты представляешь, мы все-таки заработали! Стань другом Мультидо! Подпишись на канал и поставь лайк! А если хочешь первым смотреть наши ролики, жми колокольчик! Ну а пока! Пока!